Так, как умер Сталин? Родзинский вынес мозг недавно на эту тему. Анастасия, как умер Сталин? Выяснить без эксгумации тела невозможно. Версий может быть несколько, а фактической точной информации вот, без эксгумации не получить. А Родзинского просто советую вообще не слушать, не смотреть. Потому что он годится только как раз для этого, для выноса мозга. Кстати, вот сразу всем, по всем вопросам про Родзинского. Вот. Когда он своим блеющим голосом начинает говорить, и в этот момент Наполеон подумал, что... Вот откуда этот урод знает, что подумал в этот момент Наполеон? Откуда это ничтожество знает, что думают великие люди? Он ему в мозг залез, потому что этого нигде не написано, но он утверждает, что вот этот подумал то-то. Откуда? Откуда?